Добрый день, друзья. Я вам уже рассказывал, как храню мотыля вот в таком вот пластиковом контейнере. Этот контейнер герметичный, никаких отверстий в крышке для вентиляции делать не надо. Кроме того, я этот пакет затем помещаю, контейнер затем помещаю в пластиковый пакет, надежно закрываю и помещаю в холодильник в температуру для хранения овощей. Там, где в холодильнике 2-5 градусов тепла. В таком виде насыпанный в контейнер мотыль тонким слоем, просто спрыснутой водой, хранится у меня в холодильнике 2 недели и более. Так как мы его часто используем для кормления и каждый день открываем крышку контейнера, то контейнер поэтому может быть полностью герметичным. И как я уже сказал, никаких отверстий в крышке для вентиляции делать не надо. Но если мы храним мотыля долго, то его необходимо раз в неделю промывать. Вот таким способом я его пропускаю через сеточку. Сеточка — это обычная москитная сеточка, которую вешают на окна для защиты от комаров. Вот вы видите, спустя неделю, сколько набралось здесь мертвого мотыля, мусора. И здесь также есть ослабленный мотыль, который будет портить основную массу. Может, он, конечно, еще и живой, но он уже вот-вот помрет. Вода в этом контейнере помутнела. И вот там на дне собрался мотыль сейчас. И сейчас этот промытый мотыль, который я хранил уже неделю, я сейчас процежу через этот сачок и вновь помещу в этот контейнер. Закрыл контейнер, аккуратненько обмыл под краном, завернул в полиэтиленовый пакет. И вы будете уверены, что у вас в холодильнике не выведутся комары, и мотыль не поползет у вас в кашу или куда-то еще. Если вы только что купили мотыля, привезли его с магазина, перед тем, как закладывать его на хранение, его необходимо вымочить в солевом растворе. Я для этого использую вот обычную 3-литровую банку, наливаю по плечике воды. В этой воде растворяю столовую ложку обычной поваренной соли. И часа 3 у меня мотыль замокает в этом соляном растворе. За это время у мотыля очищается кишечник, отходит весь мусор. После того, как я мотыля замочил в соляном растворе, я его помещаю на ситечко. Ситечко у нас слегка касается воды в контейнере в этом. И мотыль, помещенный на это ситечко, очень быстро, за пару часов, проходит в воду, а на ситечке остается вот эта вот грязь и мертвый и ослабленный мотыль, который не пригоден для хранения. После этого мотыль можно спокойно отцедить сачком, обычным аквариумным сачком. Для желающих можно его обработать еще после этого антипаром и обеззаразить, или любым каким-то другим средством, которое вам больше нравится. Антипар я применяю, как написано в инструкции, для обработки заболевших рыб. Такая же концентрация и такая же экспозиция, такое же время обработки. Некоторые, еще есть информация, что некоторые используют для обработки мотыля фурозолидон. Максимальная доза применения использования фурозолидона 5-10 таблетков на 100 литров для обработки аквариума от болезней. Поэтому я использую, попробую сейчас использовать одну таблетку фурозолидона на 3 литра воды и выдержать в нем мотыль с экспозицией час. Я думаю, этого будет достаточно. Кроме того, после такой обработки, я думаю, что мотыль будет не только чистый, но и наевшийся фурозолидона будет обладать лечебными свойствами. Обработка мотыля антисептическими различными средствами проводится по желанию, но хранение в таком герметичном контейнере подразумевает под собой обязательное раз в неделю процеживание мотыля. Вот этот мотыль у меня хранился неделю, и вы видите, что творится на сеточке. Поэтому для того, чтобы вот это вот все дерьмо не попадало в аквариум, не мутило воду в аквариуме,
желательно раз в неделю делать вот такую вот операцию. Эта операция совершенно несложная. Материалы для этого найти несложно. Я уже рассказывал, как делаю вот эта ситечка из оконной сетки. Просто степлером пристрелял сюда сетку на контейнер, у которого вырезана часть, нижняя часть, и поместил в такой же точно контейнер. Это обычные пищевые контейнеры, в которых продаются котлеты, там, курица и так далее, фарш. При таком способе хранения мотыля можно хранить в холодильнике сколько угодно долго, вплоть до месяца и больше. Мотыль будет свежий, живой и вполне безопасный. На этом всем пока. До свидания. После процеживания часть мотыля осталась у меня в сачке, и сейчас я этот сачок дам обрезать рыбам, чем они с удовольствием и займутся. Вот так они обрезают сачок. Через 10 минут этот сачок будет совершенно чистый.